Меня зовут Шалашов Кирилл, я из города Красноярск. Я приехал в школу PGL 8 Conway на 2 недели. Мне здесь очень понравилось. Я расскажу расписание. Во вторник мы ездили на экскурсию большую на целый день. В четверг мы ездили на экскурсию, к примеру, на полдня. Какие города посетили? Мы посетили Уэльс, Веймут. Веймут, да. Солсбери и последний раз ездили, забыл город. Бат. И последняя в четверг была у нас поездка полудневная. Это был в замок. Мне там понравилось, был красивый очень вид. Хорошо. Какова цель поездки была в этот лагерь, в эту школу? Ну, выучить английский язык. Большая часть выучить английский язык. Позаниматься английским языком. Да. Что интересного происходило на занятиях и чем завершалась каждая неделя? Занятия были веселыми, как в России. Был очень веселый у нас учитель Роб Вали. В окончании каждой, можно сказать, части урока, а их было 3, мы разгадывали кроссворд. Там был человечек, если Роб нарисовал его полностью, значит, мы проиграли, шли на перемену. Перемена у нас длилась 15 минут. А по окончании каждой недели мы рассказывали доклад, который мы делали в течение недели. Про что был твой доклад в этот раз? Последний раз у нас был доклад Interesting Fact. Мы выбрали с моим другом. Хорошо. А чем помимо занятий английским языком еще занимались в школе? У нас были много activity. Мое любимое это было качели. Мне очень понравилось. И строить лодку. Это тоже было очень весело. По-английски вспомнишь название? Раф билдинг. Какая экскурсия запомнилась больше всего? Наверное, Веймут, хорошо. Порекомендуешь школу другим ребятам для изучения английского языка, да, и занятия спортом? Рекомендую.